Сегодня неопознанный летающий объект стал опознанным плавающим. На Волге гидроплан, на котором производили испытания новой системы, попал в воздушно-водное происшествие. В интернете сразу появилось множество слухов. И гидроплан ко дну пускали, и пилоту с пассажиром травмы приписывали. Но сам пострадавший всех успокаивает. Повреждения только у аппарата. Так как еще уже успели слухи, что там и тонул самолет, и все, и там травма, не травма, все живы-здоровы, все в порядке. По предварительным данным, самолет пытался взлететь, но из-за высокой волны не выдержала стойка двигателя, размещающегося над кабиной, и винт повредил корпус судна, которое стало тонуть. Происходящее увидели сотрудники одной станции ПСС по Самарской области, находящейся неподалеку от места происшествия. Спасатели подъехали на катере к гидросамолету, подняли пилота и пассажира, которым оказался гражданин Швейцарии, на борт, а воздушное судно отбуксировали на берег. Пилот пытался совершить взлет с воды и левым винтом ударился о воду, повредив фюзеляж. На месте происшествия работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Проводится доследственная проверка. Спасательные работы на акватории были окончены в 10:50. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.